9 января в администрации города глава провел первое совещание с руководителями муниципальных предприятий и председателями комитетов. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков объявил, что отдел по экономике и инвестициям с 27 января по 2 февраля принимает заявки на участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года муниципального образования города Десногорск». Коммунальные службы в праздничные дни работали в штатном режиме. Выходные прошли достаточно устойчиво. Нарушений режима эксплуатации коммунальной инфраструктуры не было. Значит, выводился персонал на выходных для решения текущих проблем эксплуатации многоквартирных домов. Значит, там тоже ничего сверхъестественного, в принципе, нарушений не было. Ветеринарная служба города проводит вакцинацию домашних животных от бешенства ежедневно.